Завершился третий сезон «Талисмана» и КХЛ. В этот раз финал прошел в Москве, в главном атриуме центрального детского магазина. Здесь, помимо болельщиков клубов и талисманов, посмотреть за итоговым конкурсом могли обычные посетители. Из года в год мы стараемся придумать что-то новое, интересное, оригинальное для наших самых юных и маленьких болельщиков. И, собственно, в этом году мы впервые вышли, скажем так, в офлайн. То есть, если для этого первые два сезона проходили полностью в телевизионном или интернет-формате, то в этом году мы решили непосредственно вот в главном, наверное, символе России, связанном с детством, в центральном детском магазине провести наше шоу, наше соревнование, чтобы позволить нашим маленьким, самым юным болельщикам прикоснуться к нашим уникальным зверям и героям. Вели мероприятие Сергей Сафронов и блогер Сёма. В жюри знакомые детской и подростковой аудитории блогеры, у которых в сумме несколько миллионов подписчиков. В финале все 22 талисмана участвовали в двух конкурсах. Первый – крокодил. Нужно было объяснить слова жестами. Если жюри угадало, талисман получает 1 балл. Второй конкурс – сказка. Каждый дивизион – это труппа, которая демонстрировала одну сказку в не совсем обычной аранжировке. За исполнение своей роли участники получали баллы. 5, 5 и 5! Третий конкурс – танцевальный баттл на вылет. Попали 6 талисманов, набравших больше всего баллов. Когда остались Тимоша из «Металлурга» и Зубрик из «Минского Динамо», пришлось даже использовать дополнительный раунд. Но в итоге трон талисмане 2023 занял Зубрик. Но Тимоша получил приз от жюри, а ярославский Мишка победил в голосовании подписчиков в соцсетях. Быть ли четвертому сезону? Конечно, это ежегодное, абсолютно точно уже состоявшееся самостоятельное мероприятие, наверное, как и матч звезд, который каждый год проходит в лиге. А уже талисмания заняла свое почетное место ежегодного такого события, направленного на наших детишек. Талисмания знакомит детей с хоккеем и КХЛ. Наша хоккейная семья становится все больше. И пусть этот рост будет бесконечным. Шайб и зрелищ хватит на всех.